Хранилище открывается, и новая миссия почти доступна. Я Клеменс Кох, разработчик IO Interactive, и это твоя дорожная карта на июнь. Второе основное обновление Hitman 2 уже приближается. Теперь вы отправляетесь в новое приключение, в котором нужно проникнуть в банк. 47-й выглядит смертоносно как никогда, и 25 июня вы приступите к следующей миссии в Hitman 2. Наряду с этим вы также сможете сыграть в два абсолютно новых специальных задания, которые вернут вас в Мумбаи и Санта-Фортуну в Иллюзии Величия и Объятия Змея. Эти крутые обновления уже могут показаться достаточными. Но присядьте и расслабьтесь, потому что мы только начинаем. Если вы любите кексы, вас ждет угощение. В челлендже Muffin Man вы должны овладеть маскировкой Muffin Man и завершить набор задач, связанные с запеченным угощением. Когда вы добьетесь успеха, вы разблокируете предмет, о котором всегда мечтали. Черничный кекс, нямка. Неуловимая цель обманщики. Они были задержаны, и теперь они придут 7 июня. Две неуловимые цели в одном месте, вдвое больше удовольствия и сложности. Контракт «Пожар О'Лири». В этой эскалации вам понадобится сжигать вещи или кого-то еще. Но когда вы играете с огнем, будьте уверены, что вы не тот, кто сгорит. В контракте «Неприятное завершение» вы едете в Майами и идете в старую школу с дробовиком и маскировкой продавца еды. Заряжай! Контракт «Водное возмездие» — это поездка в Чикагский аквариум, как никогда ранее. Неуловимая цель «Затейник». Мистер Джингл вернулся в прекрасный Марракеш, поэтому убедитесь, что он больше не уйдет живым. И пока вы там, получите также его список клиентов. У нас будут еще больше интересных вещей, которые можно сделать в Hitman 2. Оставайтесь с нами для получения информации о банке и специальных назначениях. Они скоро будут. Спасибо за просмотр и до скорого. Держитесь подальше от неприятностей и играйте в Hitman. Как обычно, каждый месяц июнь также принесет обновления и новые контракты. Переводил и озвучивал Аид Гор. Не забываем подписаться на канал и поставить лайк. До скорого, агент!